владельцы клуба кинологов «Симуран» могут напасть на человека только на таких вот показательных мероприятиях. Это демонстрация того, что собака в любом случае сильнее и поэтому таит в себе опасность даже для взрослых. Воспитанные питомцы такого себе не позволяют. Для них слово хозяина – закон. И поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы каждая собака умела выполнять команды, а их владельцы ответственно относились к содержанию и дрессировке животных. Тот, кто берет собаку, он ответственен за нее, он должен ее воспитать, дрессировать, да, чтобы собака не доставляла ни хлопот ни ему и оказалась на улице, да, как ненужная. И, соответственно, собака радовала человека, чтобы свое предназначение выполняла. В этот день на лужайке возле Центра психолого-педагогического сопровождения детей таких воспитанных питомцев было много. Все они, конечно, с нетерпением ждали знакомства с ребятами, чтобы показать, какие команды умеют выполнять, и получить за это вкусняшку. Но пока хозяин не давал команду, никто из них не бежал куда попало, хотя порезвиться на просторе хотел каждый. Воспитанники центра поначалу настороженно стояли в сторонке и наблюдали за показательными выступлениями. Но потом, получив важные советы от кинологов, дети без опаски общались с хвостатыми. Это наше одно из первых мероприятий, в последующем будет еще, носит образовательный характер. То есть мы показываем детям, как вести себя с собакой. Не бегать рядом с незнакомой собакой – главное правило, которое кинологи объяснили детям. Даже если рядом есть хозяин, а сама собака маленькая и кажется милой, не надо гладить ее без разрешения. А получив согласие, нужно протянуть открытую ладонь и дать ее понюхать четвероногому, чтобы показать добрые намерения. Тонкостей общения с собакой очень много, поэтому подобные мероприятия кинологи клуба «Симуран» будут проводить и в дальнейшем. Ведь полученные знания могут спасти в итоге чью-то жизнь.